Вы сейчас будете оплачивать? Или машину будем арестовывать? Угроза лишиться иномарки бьет в точку. Скорость мысли увеличивается в разы. Мужчина моментально перебирает варианты в голове и находит способ оплатить хотя бы часть долга. Давайте я получу-то хотя бы вот не все, это половину-то как-нибудь. Когда? Сейчас вам деньги привезут? 50 тысяч вам сейчас могут привезти? Ну, хотя бы 40, давайте. 50 тысяч? Сейчас должны вам тогда привезти. Мы же здесь не будем торговаться, у вас долги огромнейшие. Жителя Вологды за рулем «Шкоды» остановили в ходе масштабного совместного рейда судебных приставов и сотрудников ГИБДД на окружном шоссе. Оказалось, что у мужчины целый букет неоплаченных штрафов в общей сложности на 120 тысяч рублей. Сейчас должник предоставил нам, оплатил 40 тысяч рублей, но суммы недостаточно для погашения задолженности. Сейчас будем производить акт описи ареста имущества транспортного средства. Транспортное средство будет оставлено на ответственное хранение должнику от места составления акта описи ареста до адреса проживания данного должника. Иными словами, автомобиль будет стоять под окнами, но сесть за руль неплательщик не сможет до полного погашения задолженности. Иначе ему грозит наказание за неисполнение требований судебных приставов. Машина не моя. Документы где на машину? У этого водителя автомобиль действительно казенный, значит, арест машине не грозит. А вот любое имущество, принадлежащее должнику, приставы могут изъять по закону. Под опись идут мобильные телефоны. Впрочем, это лишь капля в море, если учесть, что долг на 50 тысяч, по налогам и не только. Мужчина на месте оплачивает часть суммы. Налоговая у вас 12500. Сейчас на данный момент что будем закрывать? Не знаю, закрывать что хотим. В ходе трехчасового рейда инспекторы остановили более 30 вологжан, произвели опись 7 автомобилей. Общая стоимость арестованного имущества составила около 2 миллионов рублей. Как утверждают судебные приставы, такие масштабные рейды продолжатся в областной столице. Призывать к ответу должников, а их в Вологде сотни, будут еженедельно. Екатерина Шабалова, Михаил Протасов, Вологда Портал.